Да нет, я не Паша. Давай быстрее, то я такси вызову. Звонить буду. А, Зоя, я сейчас не могу. Провожаю родителей. Часа примерно через полтора. Да ничего не случится, я тут же приеду. Все, до скорой встречи, все. У тебя будет достаточно времени еще наговориться с этой своей Зоей. Вот счета за электричество и газ, завтра платишь, не забудь. Будет сделано. Карман, карман, плачь. Да. На парадном. Здравствуйте. Это я. Здравствуй, тетя. Внимание пассажиров, следующих на теплоходе «Мария Ульянова» по туристскому маршруту Ленинград-Таллин-Рига-Калининград-Ленинград. Оформление и посадка на теплоход начнется через 15 минут в главном зале морского вокзала. Это тебе. Это тоже тебе. Это вам. И это тоже тебе. Папа. Оля, ты опять будешь поступать в театральный? И поступлю. Характер. Оля, мы уезжаем в отпуск. Оля, останешься с Пашей. Он тебя поводит по музеям, покажет город. Паша, мы с тобой ссориться не будем? Судака по-польски никогда не ела. Судака по-польски. Судака по-польски. И табака тоже никогда не ела. Ладно. Пусть будет табака. Так, значит, судака вычеркиваю. Ну, судака я тоже никогда не ела. Знаешь ли что, выбирай одно из двух. Или табака, или судака. Паша, возьми себе табака. Мне судака. Я тебе дам кусочек судака, ты мне кусочек... Кусочек, кусочек. Чихахбили из кур. Ела. Мальчиков, травести, отдай ножницы. Не отдам. Учиться 4 года, чтобы стать мальчиком.
Прекрасная карьера. Пойми, мне нужно быть мальчиком. Мне нужно войти в роль мальчика, чтобы все признавали во мне мальчика. Здесь тебе не цирк. Паша, отдай ножницы. Все великие артисты так делали. Черкасов ходил по улице, переодетый профессором Полежаевым, никто его не узнавал. Отдай ножницы. Сказал, значит, все. Алло? Взял на необитаемый остров. Только не тебя. Я про писателей. А я бы Пушкина. Прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных. Ну ладно, старик, мне на работу пора. Я работаю, не щадя сил. Пишу рецензии, статьи, составляю каталоги, ношусь по музеям. Но главное, я собираю уникальную коллекцию. А вы? Уже месяц, как вы не можете попасть к Краснухину. Вы не внушаете доверия интеллигентному человеку. Ну, посмотрите на себя. Посмотрите. Что это за черный свитер? И волосы. Трубка. Капитан дальнего плавания. А ты? Ты думаешь, что поступила в институт и уже стала художницей? Нет. Я служу большому и прекрасному делу. Помощников сколько угодно, а работать приходится одному. Мне нужен нормальный, обыкновенный мальчик. Вот такой мальчик нужен мне. Вы не хотите мне помочь? Хорошо. Я сам себе помогу. Пойди сюда. А ну, покрути.
Тебя как зовут? Коля. Как? Коля, Коля. Водишь машину? Вожу. Поедешь? Конечно, поеду. Давай. Ну вот, все в порядке. А я проверю тормозной путь. А ты лихач. Мотор сильный. Да, мотор ничего. А где Вера? Вон же идет. Поедешь с нами? Угу. Садись. Ну что ж, знакомьтесь. Вера. Коля. Очень приятно. Виктор, Костя. Между прочим, боксер. Нецке. Японская миниатюрная скульптура. Это будет жить вечно. Все, все пройдет. А они останутся. Но собирание — это гигантский труд. И я нуждаюсь в помощниках. Вот Виктор мне помогает. Вера. И, конечно, Костя. И я, пожалуйста, буду вам помогать. Тебе будет интересно, очень интересно, вот увидишь. Но я же согласен. Человек, сохранивший для нас слово о полку Игореве, сделал не меньше того, кто написал это слово. Шлиман. Шлиман, открывший Микены, превосходит его создателя. Они строили города, подчиняясь инстинкту, как муравьи, как пчелы. А он открыл их, влекомой любовью к искусству. Что было бы с русской живописью без братьев Третьяковых? Я согласна. Я же согласен помогать. Естественно, твоя помощь будет оплачена. Зачем это? Всякий труд должен быть оплачен, ну а такой в особенности. Вот, маски. Работа великого мастера Мивы, первого из Эдо. Так называли Токио еще в 18 веке. Драгоценнейшие нецки, а у меня ее нет. Тот, кто ее найдет, получит все, что пожелает. А где не работает твой новый приятель? Я же объясняла. Валерий Николаевич коллекционер. Виктор художник. Вера студентка. А Костя учится в техникуме, занимается боксом, отличный человек и умница. Сомневаюсь, если человека все время долбать по куполу, он в конце концов обалдеет. Ну, знаешь ли, можно быть балдой и не занимаясь боксом. Да? Если они тебя приняли за мальчика, видно, люди большие умники. Вообще, взрослые люди собирают какие-то фигурки, стекляшки. Да что же это за занятие? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Это же искусство! Чувства добрые я лирой пробуждал. Вот что такое искусство. Это Пушкин сказал. Все ты знаешь. Thank you.
чем поговорим. Ты человек или не человек? Ты что, сам не знаешь, кто я? Я тоже человек. Войди в мое положение. У меня тоже есть своя личная жизнь. Зоя. Допустим, Зоя. Поэтому я не могу быть при тебе все время сторожем. Тем более по вечерам. Занимайся своим искусством. Но учти, чтобы к обеду и в 22:00 ты была дома. Я тебе говорю, как мужчина мужчине. Договорились? Договорились. Ну, привет. А ты куда? Туда. Как у тебя сестренки? Уладил? Все в порядке. Она под пацана подстриглась. Представляешь, опять собирается поступать. Актрисой будет. В брюках, в рубашке, подстриженная. Точный парень. Травести называется. Правильно делай. Может, у нее способности. А ты мешаешь. А я что? Просто родители уехали и бросили сестричку на меня. Она что-нибудь выкинет, а потом отвечает. Да-да. Привет. А ты чего сидишь? Тебе нравится Костя? Мы с ним мало знакомы. Я хочу, чтобы вы подружились. Если он захочет. Он славный парень. Правда, характер у него сложный. Иногда чересчур. Кстати, отец у него не родной, а отчим. Вот как? Но он этого не знает. Рано или поздно все равно узнает. Никогда. Я рассчитываю на твою порядочность. За меня-то вы можете не беспокоиться. Костя сейчас придет. Подождите. Хотите здесь? Хотите в комнате? Я здесь подожду. Ириша! Ириша, а ну марш обедать! Здравствуйте. Здравствуйте. Интересуетесь машинами? Угу. Вот мы будем скоро испытывать новую спортивную модель. Скорость 240 километров. Знаете, по-моему, каждый в наш век должен иметь свою автомашину. А? То же самое, что в прошлом веке велосипед. Костя, а ты как думаешь? Мне как-то все равно. Ну вот, если надумаете, приходите на испытание. С удовольствием. Незачем. Неинтересно. Ребята, не уходите, будем обедать. Пойдем обедать. Угу. Ты с ними в ссоре? По-моему, никакого смысла нет ссориться с родителями. Костя, Костя! Все равно приходится мириться. Пошли. Работает Валерий Николаевич. Статьи пишет. А коллекционер это профессия или это он делает для себя? Это хобби. Что-что? Болезнь такая. А-а-а. Сколько вы хотите за нее? Евгения Ивановна говорила, что она стоит 50 рублей. Ну, а сколько бы вы дали? 15. И то только потому, что я собираю под Тамадата.
Но ведь она подлинная. Это надо доказать. Мне просто трудно ходить в антикварной. Может, вам удастся ее кому-нибудь продать подороже? Ну что ж, пусть будет 15. Зачем же вы уступаете? Найдете кого-нибудь? Пойдем. Да что вы! Я согласна! Верных 300. 300 рублей? На любителя все 500. Значит, мы обманули старуху, да? Попади она на жуликов, так и 5 не получила. А мы облагодетельствовали. Подумай сам, что назначил для старухи? Ничего. Валялась в доме фигурка. А ведь это же вещь. Если же мы обманули старух, как ты считаешь? Я так не считаю. Старуха могла не продавать фигурки. Никто ее не заставлял, верно? Вообще не считаю мне морально. Какое тебе дело? Вот, купили Нецки. Оказалась копия. Придется отнести в комиссионный. Выходит, старуха нас обманула? Нас еще много будут обманывать. Главное, мы не должны обманывать друг друга. Должны верить, должны дружить. Мужчина — это дружба прежде всего. Одиночки погибают, тройки, четверки, пятерки. Вот что покоряет мир. 3 богатыря, 3 мушкетера. 3 поросенка, 3 толстяка. Ага. Сейчас я тебя высажу. Пойдешь направо к кемпингу. Там тебя встретит Костя. А вы? Мне нужно вернуться в город. Зачем ты связался с нами? Видишь ли, это та сторона жизни, которая мне мало известна. Я решил познакомиться. Ты сам-то зачем связался? Мне деньги нужны. На кооператив. Тебе что, жить негде? С отчимом. Откуда ты знаешь, что он твой отчим? А почему мне этого не знать? Мне говорили, что они скрывают. Скрывают. А ты от них? Угу. А знаешь, когда что-то скрываешь, потом забываешь, что ты скрыл. И чтобы не запутаться, всю жизнь приходится думать, что именно ты... Надоело! Зоя. Сегодня обедаем у нас. Понимаешь, брат пропал. Как пропал? С утра ушел. Я звоню, его нет. Ну и что? Надо найти. Понимаешь, с ним что-то неладное. Мои нас ждут обедать. Ты что, не хочешь пойти? Да нет, я хочу, но понимаешь, брат... Жуткий тип. Паша, ты на тренировку идешь? То у тебя футбол, то у тебя брат. Для всего у тебя хватает времени, только не для меня, да? Зоя. Что я скажу маме? Что брат у тебя жуткий тип? Зоечка. Вот и оставайся со своим жутким братом. Зоя. Ко мне можешь больше не приходить. Я видеть тебя не хочу. Он простодушен. Это, конечно, недостаток, но иногда он мне нужен для Краснухина.
и уже кое-что знает. Слишком много. Что ты имеешь в виду? Он знает, например, что у меня отчим. Он тебе об этом сказал? Я сам об этом знаю, но ему-то какое дело? Давно ты об этом знаешь? Давно. От родителей? Нет, они это скрывают от меня. Я знал твоего отца. Да-да, я его знал, я был его учеником. Твой отец был замечательный человек, Костя. Лучший знаток японского искусства. Профессор Мавродаки. И вот так нелепо оборвалась его жизнь. А чего он умер? Инфаркт. Неприятности, огорчения. И по службе, и в семье. Что значит в семье? Жизнь сложна, и не так просто во всем разобраться. Твоя мать была гораздо моложе твоего отца. Так сказать, неравный брак. Она ушла к отчиму. Только не нужно делать поспешных выводов, Костя. Я давно хотел заменить тебе отца. Я одинок. Когда-нибудь умру. И ты мог бы продолжить дело, которое начал я и твой отец. Все равно я не хочу и не буду с ними жить. Не буду. Тогда зачем ты рассказал Косте про отчима? Он мне сам рассказал. Но ты сказал, что знаешь об этом. Костя и Виктор очень недовольны тобой. Ты согласился нам помочь. Так будь сдержаннее, для твоей же пользы. Мужчина должен думать о главном, о том, чему стоит отдать всю жизнь. Я понимаю. Поедешь к Краснухину, это художник. Я покажу тебе, где он живет. Хорошо. И постарайся обменять у него эту фигурку на любую другую. Понял? Понял. Если Краснухин спросит тебя, знаешь ли ты меня? Нет, не знаешь. Постарайся как можно лучше запомнить его коллекцию. И главное, есть ли у него это? Алло, Паша, я не успеваю домой. Буду ждать... Приходи на Горького. А дом 8. Угу. Объясню тебе. Угу, ладно. Люда! Забери их. Люда, забери их. Ребята пошли. Папа занят. Это еще что такое? Откуда ты знаешь о Тунецке? Слыхал. От кого? Говорили. Кто? Кто говорил-то? Ребята. Какие ребята? Ну, какие ребята-то? Это самый знаменитый Тунецкий из коллекции Мавродаки. А кто такой Мавродаки? Ты не знаешь? Собираешь коллекцию и не знаешь, кто такой Мавродаки? Нет. Ищешь нецкой маски и не знаешь, кто такой Мавродаки? Честное слово, не знаю. Профессора Мавродаки надо знать. У него была лучшая коллекция, нецкий. Потом он передал ее в музей.
А потом кто-то взял и подменил Нецке фальшивками. Вот и умер профессор Мавродаки. А все-таки откуда ты знаешь про Нецке маски? Куда пошел-то? Пошел. Пошел. Набери любую. Где ты пропадаешь целые дни? Из-за тебя я поссорился с Зоей. Все, хватит, надоела мне эта комедия. Довольна с меня этого дурацкого мальчика. Ступай домой, переодевайся, едем в музей. Сколько тебя можно ждать? Я уже готова, я готова. Девушка была с вами. А вам что? Сестра. Здравствуйте, Коля. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Костя дома? Он не приходит домой. Где же он? Может быть, на боксе. Должен ведь он возвратиться. До свидания. Я пошла. То есть пошел. Арбуз-то верните. Извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Пойдем. Вот увидите, у вас все уладится. Вот увидите. Спасибо, спасибо. Я не хотел бы, чтобы Костя знал, что я был здесь.
Просто я хотел убедиться, что он жив-здоров. Он уже неделю не появляется дома. Что с ним происходит? Прости. Си комендант за ринг. Лейтенант! Сказать, за что ты мучаешь своих родных. Я тебе говорю, не лезь во все щели. Твой отец был на соревнованиях, он ищет тебя, волнуется. А это тебя не касается. Это моя забота, понял? Ты не имеешь права, он порядочный человек. Я ему не верю. И в последний раз предупреждаю, не суйся не в свое дело, будет хуже. Кстати, у тебя есть сестра? Двоюродная. Ну и как? Никак. Я тебе все-таки докажу! Все докажу! Можно учиться реставрировать, да? Да. А у нас в школе рисование было. И я так и не научился рисовать. А Валерий Николаевич умеет? Что, рисовать? Нет, реставрировать. Нет. Ну как же? Он ведь искусством занимается. Он изучает его? Слушай, он случайно не псих? Он одержимый. Одержимый? Чем? Идеей. Он создает коллекцию. Какими путями? Это не имеет значения. Для настоящей идеи все средства хороши. Это его философия? Наверное. И твоя тоже? Принеси мне ящик. Там же левый. Здесь ничего нельзя трогать. Здесь? Прекрасно. Ну как? Почистила? Вот видишь, я наконец нашел подлинник. А теперь к делу. Поедешь к Краснухину и обменяешь у него эту фигурку на клоуна. Держи. Вот тебе на расходы. Не надо. Я же не за деньги работаю. Ты иди,
подумаешь, уже устал. Знал бы, что так высоко ни за что не полез бы. Зато на город посмотришь сверху. Красиво. Боитесь, что я найду маски? Ну, маски тебе никогда не найти, за это я ручаюсь. И бояться нам нечего. Мы ничего не украли, понятно? У нас каникулы, и мы хотим заработать. Это законное желание. И я не хочу, чтобы нам мешали. А Валерий Николаевич, он нам платит. Но не так уж много. Не такие уж честные. Это работа, эти деньги. Мы помогаем ему собирать фигурки. Это честное, законное дело. Обманывать старуху честно? Надоели эти теории. Намерен ты работать на тех же условиях, что и мы? Можешь отдать. Не собираюсь я торговать своим видом. Понятно? Ты взял, ты отдавай. Еще будь осторожен в выражениях, а то так схлопочешь, что не обрадуешься. Такими словами не бросаются. Ты эти угрозы оставь для кого-нибудь другого. С этим покончено. Ну, я думаю, что вот это как раз останется между нами. А я не передаю чужих разговоров, как это делают некоторые. Интересно, кто эти некоторые? Ну, говори, говори. Кто? Так кто же эти некоторые? А эти некоторые сами знают, что они некоторые. Мы говорили о твоем отчиме, а ты взял и передал наш разговор Валерию Николаевичу. Да вы же все и залгались! Краснухин не должен знать о Валерии Николаевиче. Тот ищет какую-то маску, а эта маска принадлежит профессору Мавродаке. А профессор Мавродаке... Забудь эту фамилию и больше не вспоминай ее. Понял? И сходи к Краснухину. Почему ты не идешь к Зое? Зоя сердится на меня. К ней не подойти. Настоящие мужчины уводят любимую из-под венца. А ты не подойти. А я не пойду. Любовь, любовь, любовь.
Паша, ты спишь? Чё тебе? Паша, за любовь надо бороться. Пойди к ней. Помирись с ней. Ну, будь ты выше этого, наконец. Паш, послушай меня. Это обязательно решать сейчас. А я бы пошла. Да нет, обознался. Спасибо, Валерий Николаевич. Вишневого дерева нет, трудно достать и дорого. Ладно, ладно. Я заеду в среду. Здравствуйте. Здравствуйте, что вам угодно? Вы не могли бы сделать точно такую фигурку? Хорошая работа, мастер резал. Не беспокойтесь, я заплачу. Опять же вишневое дерево, где его достанешь? Достанем. Лаки японские особенные. И я этим не занимаюсь. Как не занимаетесь? Не вы разве недавно сделали такую точно фигурку? Кому это я сделал? Валерию Николаевичу. Никакого Валерия Николаевича я не знаю. Уходите отсюда, прошу. Сделали! Сделали! Ты садись, 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 садись. Значит, ты изменяешь нашей дружбе. При чем тут дружба? Просто мне больше не интересно. Ну, как вчера было интересно, а сегодня вдруг неинтересно. Нелогично, непоследовательно. И с порядочными людьми так не прекращают знакомства. Я не люблю тайн. Я не люблю секретов. Мне приходится все время что-то утаивать, скрывать, выпытывать. Я не привык к этому. Я тебя понимаю, понимаю. Но разве я заставлял тебя лгать? Вы знаете резчика? Какого резчика? Который делает копии. Нет, никакого резчика я не знаю. А профессора Мавродаки вы знали? А кто тебе рассказал про него? Костя? Краснухин? Костя? Разве он знает? Значит, Краснухин, да? А ты назвал ему мое имя? Нет. А что он тебе сказал? Он сказал, что коллекцию профессора Мавродаки подменили. И поэтому он умер. Это неправда! Неправда! Я лучше знаю, из-за чего он умер. Я был его учеником. Его жена ушла к другому. А он любил ее.
Любил маленького Костю. Значит, Костя сын профессора Мавродаки? Если ты посмеешь назвать Краснухину мое имя, или передашь Косте то, что рассказывал Краснухин, мы с тобой больше не друзья. Мы враги. И запомни, я не люблю непорядочных людей. Вера, это я. Ты можешь оторваться? Ну? Валерий Николаевич просил нас поговорить с Колей. О чем? Ну, подсматривать за нами. Вообще сует нос не в свои дела. Он его откопал, пусть сам и разговаривает. Что ты сердишься? Может быть, речь идет о спасении коллекции. По-моему, Валерий Николаевич прав. Ну еще бы. Великий, одержимый Шлиман. Кто там еще? Александр Македонский? Что он тебе сделал? Ничего, надоело. Что? Все. Надоело с тобой припираться. Надоел наш гений с его замашками. Его величественной галиматьей. Да-да, не улыбайся, имей в виду, я вышел из игры. Успокойся. Не говори глупостей. Ты можешь это сделать для меня. Последний раз. Последний раз. А может быть, впредь последний раз. Мне надоели эти нецкие тимаски. Кругом маски. Я сам стал маской! Ясно. Резчик сделал копии, а он подменил ими коллекцию профессора Мавродаки. Слушай телефон. Да-да. Во сколько, во сколько? Угу. Спасибо. Завтра в 6 вечера твои приезжают. Резчик сказал, что никакого Валерия Николаевича он не знает. Я тебе говорю, жулики, а не иди в милицию. Милицию? Заходи. Знакомься, мой жуткий брат Коля. Она же моя милая сестричка Оля. Актриса, понимаешь? Играла мальчика, теперь игра кончилась. Теперь она сидит дома, а я гуляю. Вот и хорошо. Завтра в 6 мама ждет нас к обеду. Приходите с ней. Что такое, опять не можешь? Видишь ли... Ты снова меня подводишь. Что я на этот раз маме скажу? Все, с меня, кажется, хватит. Зоя, вы не поняли. Это я не могу. Он придет. Я их встречу. Вот видишь... Не разберешься, а сердишься. Ну, пошли. Коля, ты? Я. Ты один? Один. Сейчас мы приедем к тебе. Зачем? Надо поговорить. Сейчас только ключи найду.
ищешь, высматриваешь, выслеживаешь. Что ты делал, Рещик? Рещик во всем признался. В чем? Он делает копии для Валерия Николаевича, а вы ими торгуете. Приехали. Допустим. А тебе какое дело? А мне, собственно, никакого дела нет. А вот тебе, я думаю, есть дело. Рещик изготовил копии, которыми Валерий Николаевич подменил Нецкий профессора Мавродаки. Что и следовало ожидать. Костя. Кость, последний раз прошу. Поедем к Краснухину. Костя, поедем к Краснухину. А там делай, что хочешь. Я знал, что ты придешь. Почему вы знали? Потому что тебе нужна фигурка маски. Да мне она не нужна. И важно, значит, нужна тому, кто тебя послал. Почему вы думаете, что меня кто-то послал? В коллекции профессора Мавродаки не оказалось главной работы Мивы Первого – масок. Фигурка исчезла самым загадочным образом. Не исключено, что теперь ее разыскивает тот, кто владеет коллекцией. Кто вас послал? Расскажите, Костя, почему умер профессор Мавродаки? Как тебя зовут? Костя. Костя его сын. А от знаменитой Нецкой даже копии не осталось. Я искал ее несколько лет. И во время этих розысков кто-то шел за мной по пятам. Я думал, это тот, кто подменил коллекцию профессора Мавродаки. Тот, кто был причиной смерти Мавродаки. Значит, это причина смерти Мавродаки, да? Ну, конечно. Это все знают. Почему ты спрашиваешь? Так просто. Ну как? Я знаю, как умер мой отец. Зачем вы меня обманывали? Откуда это у тебя? Краснухин дал? Краснухин? Ты был у него? Он тебе дал это? Было, а как же? Но фигурка не от него. Мне ее отец подарил. В чем же ты меня обвиняешь? Все было совершенно иначе. Жизнь — это борьба. И твой отец не выдержал этой борьбы. Вскоре ты сам все узнаешь, Костя. Я уже все знаю. Костя, постой! Не оставляй нашего дела. Я сделаю тебя сильным, самостоятельным. Костя. В чем вы хотите меня убедить? Нет, нет. Я думаю только о тебе. Ты молод, у тебя еще могут быть трудности. Еще может наступить плохое время для тебя. Плохого времени не бывает. Бывают плохие люди. Ну, что скажешь? Иди ты к черту, понял? Стой. Иди сюда.
Слышь? На, вот возьми. Ух ты! Это те самые? Возьми. Нет. Возьми. Слушай, где твоя двоюродная сестра? Троюродная. Ну, троюродная. А, не знаю. То есть она уехала. Она же артистка. Ну, ладно. Коля дома? Дома, что ли? Никакого Коли нет. Кончился Коля. Есть только Оля. Хотя ее нет, она в порт уехала. Как Оля? А так. Такой большой вырос и не разбираешься. А еще боксер. Оля? Oh, uh-huh.